Хочешь не только представлять себя кем-то, но и что-то из себя представлять? Нет времени, и все против тебя? Если есть проблемы с учебой, мы всегда поможем. Наш образовательный сервис позволит тебе стать тем, кем ты хочешь. «Автор 24. Помогаем учиться». Получи помощь от опытных преподавателей с курсовой, контрольной, рефератом или дипломом по ссылке в описании. Ретро-ботинки. Клёвость. Ау. Спасибо, чувак. Да. Они огонь. Спасибо. Я на самом деле такие носил еще, когда мелким был в школе. Да, я тоже таких гонял. Когда в младшей школе немец пошел. Стой. Ты ходил в немец? Да. Я тоже туда ходил. Ты ходил в немец? Да. Чувак, серьезно? В 2005-м перешел. Прикинь, а я в 4-м. С ума сойти. Мир тесен. Туалет тесен. Это смешно. Эй, а помнишь мисс Шифер? Да, мисс Шифер была дико злой. Я ее ненавидел. Она была дико странной. Странной, да. Но она была сексуальной. Сексуальной, безумной. Дико сексуальной. Чувак, в каком смысле она была у меня первой? Да, она секси была. А не помнишь песенку такую гадкую, которую мы про нее пели? Там было что-то типа... Я надеюсь, ее собьет машина и будет таскать за собой очень долго. И дайте мне посмотреть, чем это все закончится. Она станет призраком. Малышка, дольше бы это продолжалось. Да, давай кулак, чувак. Ну-ка, давай-ка. За старые деньки. За старые деньки. Да. Что ты говоришь? Ничего. А, окей, видимо, мне просто послышалось. Думал, ты просто продолжить решил. Мне не понравилась концовка «Игры престолов». Мне тоже, моя девушка говорит, что там все нормально. Чё? Нет, просто да, прикинь. И вот, короче, давай вспомним. 7-й сезон, 2-я серия. Сумасшествие. Нет, мы возьмем собаку. Я говорю, нет, мы возьмем кошку. Это больше домашнее животное. Моего кота не стало, когда мне было 5. Так скучаю по котенку. Обещаешь не плакать? Да. Yes! Ножницы, бумага. Я выиграл. Раз, два, три, начали. О, мужик, нет, сегодня нет. Явно мой день. Чувак. Блин. Мужик, ты на самом деле стал мне прям лучшим другом. Ты лучший чувак, который я встречал. Слушай, не хочешь сходить поесть после? Эй! Ретро-ботинки. Клёвость. 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 Йо, чувак, я, конечно, в 2-м сезоне, может, со мной захочешь посмотреть. И мне жаль твоего кота. А перевёл и озвучил виски. Ага.